скоро должно уже к концу идти. У вас что по сопротивлению холода? По скиллу? В самом начале там весь белый стоял, как это понимать? Не-не. Опять это смерть. Давайте здесь внимательно, я не знаю, может быть двое пойдут, двое позиции займут, потому что вчетвером там бегать очень замешкаться можно. Нужно налутать мин. Я снаружи где-нибудь останусь. Идите вон, стримеры, вперед. Я останусь тоже охранять вас. Ты что, не стримлер что ли? Я же без стрима. Тут все стримлеры. У меня люди закаленные, им нормально смотреть на 3 часа на холм, на котором ничего не происходит. Благо мне еще и черно-белый, наверное. Они потом еще пишут, особенно понравилось смотреть на холм. Да. И тайм-код. Но. Налево повернули. Я направо пошел крутить. Вы с Мэттом внутри были. Ну ладно, тут, в принципе, издали вы врага видели. Да ни хрена. Тут же можно подняться с любой стороны. Я сейчас просто из-за холма поднимутся, ну, в упоре. Тихо, все, тишина. Тихо. У меня труп свежий. В казарме внизу. Он у меня внутри, походу. В казарме. Понял. Вот, инкод, ниже того КПП, где это. Я понял. Самое обычное, или как она выглядит? Да, военная. Чё, не готов инкод? Да. Открываю. Труп. Ну, труп есть, никого внутри. Это внутри, что ли? Ну, может быть, справа в упоре. О. Труп свеженький, типа. Он, кстати, живой. Он дышит, Мэтт! Он живой! Спросите, что с ним случилось. Слышите, спросите, что случилось. Как он погиб? Мэтт, есть веревка? Нет. Блин, сейчас, может, у него что-то есть? Оружие заберите, да спросите. Надо пушку себе забрать, реально. Только не убейте его, забрал аккуратно. Пушку. Я реанимирую его. Давай. Я его в прицел взял. Если побежит, убью. У него. Чего он здесь отдыхает? Ну, калаш лежит снаружи. Аккуратно, как бы. Может, мучился это? Есть чем. Так а что, он с себя не может прийти, может, или что? Не, я его уже нет. Бахнул и морфина, и адреналина. У него крови, наверное, мало, да? Или что? Ну, я не знаю, что с ним. Да не, он должен очухаться, даже с крови мало. Ну вроде да. По идее, должен. Что там по лоту? Шнерма. На КМ Мосинка мина. Мина, вот. Я нашел, так да. Так неловко да. Просто. Я не понимаю, отовсюду могут прийти. Да? Не знаю, куда смотреть. Короче, я его убиваю, смысла в нем нет. Ну, по-моему, вот та гора, где эта аномалия зубастая. Мэтт, а ты на КПП там зомби убивал? Внизу? Да, не помню. КПП будка, которая там маленькая. Зомби лежит. Да. Я там убивал. Я за этой КПП-шкой в елках. Мы в центральном здании под антенной. Давайте быстрее. Я тут уже не могу сидеть, уже задницу себе отморозился на этих кустах. И спускаться отсюда. В какую сторону спускаться будем? Сначала на запад сходим до следующей военки. Со второй этаж. К сожалению, здесь пару минут не записалось. В общем, по нам в спину начал стрелять снайпер. Я дал ему одно попадание, затем он забежал на территорию вышки и занял там позицию. Мы продолжили дальше лутать эту военку, не обращая на него внимания. Тихо еще. Понавлить. Опять? Туда уже. Да. Инкоти, походу. Дым откинул в противоположную сторону. Инкоти сидит. Тоже не знаю, нам, по-моему, вижу, он на крыше, он там сидит.
Двое. Нормально, медь. Крыша здания вот этого двухэтажного центрального. А че он куда-то молчит? Если я сейчас СВД... Кто-то живой? Вижу его, бахну. Он живой, он по телефону. А. С моей стороны их не видно. Не долетает туда. Походу 800 что ли метров. Блин, а почему вправо удувает? Это разлет или, блин, ветер? Что да, за фигня? Уносит, блин, пулю. Я сейчас пристрелялся, блин, но пуля просто влево ушла от его головы. Пошлите отсюда, короче. Ты Конко, ты готов или нет? Потом кинемся. Убил одного. Попал, по-моему. Да-да-да, хэт ему залетел, хэт залетел. Да-да-да, там кровь была. Я не глушенный, я не стреляю. Теперь вправо пулю. Да еб твою мать, зомби! Хотите, блин, отвалить, например? Слушай, там не трое, потому что стреляет, по-моему, справа где-то. Это стал в маскалате. Блять, ранил меня, сука. Ходи. Убил одного. Теперь точно убил. Четких этому был. А теперь можем другой поджать, не хочет. Теперь можем поджать, если хотим. Че, может идем туда? Ну можно, только мне бы попить что-нибудь хотя бы. Пишите там все это. Попить есть. Попить есть, поесть есть. Надо тебе? Давай поесть, попить. Я пока хаваю, вы туда бегите. У меня просто пол хп. Вот, он же кинул, подстрелил поесть, меня. Угу. Бегите, бегите туда. Сейчас задушим этих. Погнали? Типов. А меня вообще бароник нормально спас. Он там не попал, только у меня вообще не упал. Стреляет Стрелочка опять? Далеко. Да. Стрелочка пошла и... Это он стреляет опять, да? Да. Ну их там полтора было. Я второй, ой, первый сейчас стрелочка будет закидывать. Я в игре. Гружусь. А кто? Это ты крадешь, да? Слева я от тебя, да. Вы внутрь уже зашли? Нет, еще. Только к периметру нет, подошли. Заходим? Аккуратно только. Погнали. Давай. Максимально аккуратно. Так, зомби он стоит, не на огненный. Интересно, там окна простреливаются в этой херне вообще? Да. Я вчера убивал сквозь него, позавчера. В первом этаже точно простреливается. Да, они одинаковые везде должны быть. Вы уже на территории? Да, только не спалитесь, чтобы да, они не знали, что мы тут. Там, кстати, есть боковая лестница на крышу этого здания. Ну они там и были. И ничего не слышу. Куча зомби так ходит. Так, я подхожу к зданию тоже аккуратненько. Я в казарме напротив здания сижу. Собираюсь по лестнице на крышу. Оружие кто поменял? Я не трогал ничего. Я не трогал. Сейчас оружие кто-то поменял, видимо, либо прогрузился, либо еще что.
Знать бы где. Со стороны главного здания где-то. Я на крыше, я на крыше. Зомби кто режет? Я. Ко мне зомби нарвался. Опять оружие поменял. А оружие. До этого я не менял, когда ты говорил. Так, тут Мосинка валяется. Сапоги, вещи на земле. Плитник лежит. Да-да-да. Сумка лежит. Есть у нас рядом один. Сумка его лежит. Внутри пробежал сейчас первый этаж. Понял. Мимо окна пробежал. Со стороны вышки. Со стороны вышки. Там что-то делать, потому что, ну, тут сидеть такое себе. Ты снаружи идешь. Ты уверен, что он бегал по первому этажу или нет? Под вышкой ты, да? Да-да-да. Он, может, зомби сказал уже, что может быть зомби. Нет, прошел, может быть зомби. Снаружи один минус. О! Я. Мы с ним разменялись, сука. Я их обоих убил. Поднимайтесь, речь. Мать, ты на каком этаже? Смех детей это нормально. Он здесь сидит. Это эффект, да. Вот этот гул, это предвыбросная вроде бы. Гул это вот этот. Да ангар этот гудит, я сегодня тоже подумал. Да не ангар это. Обратно вернитесь сюда, вы там впереди бежите. Не ангар это гудит. Он до этого, шайтан, гул этот был до этого. Когда ты на вышке сидел, я еще спросил, ангар ты не слышишь? Ангар здесь ни при чем. Я же рядом был, метрах 70 метров было. А тут возле ангаров гул появляется. Не надо кому? Да не то это. Я гул слышал, когда вообще был хер знает сколько от этого. Чё, наверх поднимайтесь, нет? Вот это лутает. Мы на территории. На территории вообще ярче. На территории чего? Модификация сталкер, чтобы звуки выброса. Да. А у вас может быть музыка прибавлена просто? Я жду сейчас этого. Сейчас я нарежу все еды. Сколько играли. Опа. О! Гроза! Выброс. Выброс. Вот это выброс. Походу реально выброс. Мы дождались. Да. Сейчас два толчка будет. Мы походу сейчас приплывем. У меня вообще ни хрена нету. Ни грозы. Гроза, вот, да. Молнии бьют в небе. Ничего нету. Да, молнии в небе. Я пошел до А2. Центра. Я за шайтаном. Все. О! Ой, еба! Сейчас накроет нас прямо здесь. У нас еще время сегодня... есть, по сути. У нас время есть, наверное. Если как раньше, нет, то время нет, должно нет, быть. Мы не успеем. Нету, да? Нету. Сейчас еще один толчок, и следующий будет все. Надеюсь, это не смертельно. Мурашки по коже. Вообще нет. Сознание должен потерять. Кровь считает потерять. Ну, вообще нет. Вообще о, не второй? Да, и ждем третий. Третий? Четыре. Все, крыло. Все. Нет, здоровье вниз пошло. Здоровье вниз пошло. То у меня уже все красное. Ты умрешь, чтобы три стрелочки высадить. Что-то вот странно, я конечно. Я пушку, блин, потерял. Вот у вас было слышно там какие-то молнии, вы там видели звук. У меня вообще ни хрена не было. А я музыку прибавил. Так, я живу. У тебя, может, настройки закручены? Типа, как минимум, я должен поэтому... был. Мысли. У нас у всех просто были и молнии, и все это. Не знаю почему. Так, у меня даже хотя звука мы все не рядом было. Вместе уже. Волки рядом, твою мать. Вставай быстрее. Мы отдыхаем. Я выжил, встал. У меня нет третий ХП. Он слабенький, да. Да, короче, третий ХП она хавает. Это херня вообще. Да, ну это нормально. Все равно есть смысл прятаться. Зато смотрите, какая погода хорошая. Не, ну в плане того, что хотя бы он есть. Так, мы его все-таки нашли. Блин, а почему мы конкретно не поднимаемся, а не к А2? Блять. Ну я не знаю, куда мы идем-то. Давай, я уже тоже под антенной. Это уже нормально, что ли? Да, волк тут пристрелил. Блять, по мне! Ёптыть, нихера себе! Короче, факторка с желтым краном в низинке. По мне оттуда прилетел трассер. Понял, с крана, что ли, блин? Офигеть. Два кровотечения сразу. Нормально.
понял, понял. Экран посмотрю. Ну, ладно, он видит меня. Правое здание от крана, кто не так сказал. Так я тоже думаю, будет там их несколько? Нет, 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 правое здание, левые окна. Он все, что-то он не захотел больше высовываться. Вот там есть недостроенная часть здания и достроенная. Вот там вот, да? Правое. Да. С крышей правое здание. Правое здание от крана. Че, мы идем? Да, да, он уже не смотрит. Убивать? Вы поднимаетесь, я не знаю. Или на два идем. Можем его убивать, можем идти к два. У меня красное хп, сейчас не бегун, если что. А, тогда надо это. Ну я уже прям там. Так, он выбежал, их двое, они вправо бегут в лес. В нашу сторону? Выстрел, чей? Они с кем-то схлестнулись, походу. Со мной. Помогайте, идите, помогайте. А я бегу, им кто-то далеко. Я выхожу. Хорош. Ну, хорош. Шайтан, ты где? Ты хер знает, на камнях тут. Ну уже где снега? Один живой все еще. Начало снега здесь. Его, связываю. Отдай мне от того здания. Прям в упоре к этому зданию справа. Может туда спустимся, пожрем там в тех зданиях, я не знаю. Я одного убил, да, второй живой. Я его перевязал, он, короче, ждет вас. Где эта сволочь? Где эта сволочь? Ты себе мофти, holy shit. Holy shit, man. You recognize him? That's the guy who you shot. Это он? How much damage did he take? А где его друг? Он уже разделанный. Yeah. Ты себе мофти, what the fuck? Yeah, it was like 400-500 meters shot. Yeah. Well, only what left, like eating your friend. Enjoy it so much. I will. Не понравилось. Отойдите в сторонку маленько, отойдите в сторонку. Yeah, that's a big squad. Oh shit. Yeah, what are you thinking? I'm pretty nice. Hey, don't hit me yet. Я ему оставил револьвер с одним патроном. I would knock you out if you would have me on gun. Yeah? I would. Are you sure? Так, что там у него? Адреналинчик мы заберем. Смотрите, у него батарейк. Fair fist fight. Fair fist fight. We'll look for you one bullet. You will leave me with one bullet? Yeah. He will decide what to I'm do. I'm red flashing. He will not kill me. Punch me. No, we don't kill you. Он сейчас умрет. Он умер. Ну да елки-палки, ну я тут такую инсталляцию делал. А что ты там делал? Да я ему один патрон оставил в револьвере, выбрасывал все остальные патроны с его друга. Ну елки-палки. А, так ты сказал бы, хоть я просто стою, боксирую, мстю ему. Сказал? Да. О, тренога. Я не слышал, что что-то сказалось, честно. Давайте пожрем что-то. Где-то здесь спрячемся и пожрем чего-нибудь. Что пить охота, кушать охота. Можно? И каждым разом, когда люди подходили, все больше и больше. Да охренел, господи, сколько вас здесь! Но это была ошибка, и у них просто стрелять. Ладно. Кто-то бреется уже тут костра. Ага. Порядок привести себя на теплый ниже. О, звук пошел. Так. Я ж сам есть захотел. Ёб твою мать, что вы делаете? Два часа ночи, блин, мясо жарим. Погоди, сейчас еще лучше. У всех фляжки с водой есть. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.